Или хуже? Мария Острова выставила нас слабыми и беспомощными, и мы должны ответить. Сэр, мой совет остается таким же, как и до злополучного визита госсекретаря. Давайте окажем Киеву поддержку и вооружим украинцев. Это и будет нашим ответом. Вы говорите, что у меня нет стратегии, но при этом предлагаете обострить конфликт, который Украина не способна выиграть в одиночку, и в который у нас нет никаких намерений вмешиваться напрямую. Это называется стратегия? Кто сказал, что мы не вмешаемся напрямую? Мы пытались, по-твоему, Бесс. Спасибо. Она на месте? Отлично.